Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня наконец-то тест полноценный. Открылся архидемон, и мы сегодня протестируем на этом архе, который призывает монстров и огромный урон нашего довольно-таки интересного героя. Нового, не знаю, посмотрим. Посмотрим, что в итоге у нас получится. Такс. Берем. Собираем героев. Некоторые уже на максималочке, кроме укрутителя. Так. Сюда ставим Чикабума. Инка есть. Укротитель. Кстати, интересно, как на архе будет работать или не будет. Но это мы потестируем во второй заход. Ставим вот этого супер питомца. Есть второй готов. Дальше тыковка. Раскол. Три. Ведьмочка 4. Так, что у нас тут? Сейчас я гляну, какие там у него иммунитеты. Крит к стану, молчанию. И... Вариант попробовать, как раньше, в принципе, есть с огником. Так как он наносит огромный урон, в принципе, космос здесь, по сути, нам, опять же, не особо нужен. Огник все-таки поярче. По дамагу. Такс. Огник наш собран. На него мы поставим панчбокса. Ставим обратно пиромага. Так, огник собран. И еще осталось у нас стрелка собрать. Нужно бежать. Так, на стрелка. Возьмем шар. Вот такой вот, ребятушки, состав. Поехали. Сделаем первый тест. Все, все у нас собраны. Будем стартовать с тыковки без смотрителя. Все, пошел разгон. И сейчас на второй заходик мы с вами сделаем хладного призрака. Интересно будет посмотреть, что же он все-таки сможет. Поможет он или не поможет. Это очень интересно для меня, по крайней мере, потому что если он здесь будет лучше, чем Кимки, то тогда есть в нем польза однозначно для бездоната. Но опять же, надо его прокачать чем-то. .25, это получается 35 секунд у нас ушло на убитие. В принципе, неплохо. Но тут вместо каких героев его можно поставить? Ну, огник, по сути. Может, вместо огника попробовать, как вариант. Поставить хладного. Тоже, думаю, неплохой вариант будет. Может, давайте тестанем вместо огника. Правда, мне кажется, что нас всех просто развалят. Хотя супер питомцы, они должны нам помочь. В общем, сейчас сделаем тест. С
Так, что-то я пропустил тайминг, я не посмотрел. К сожалению, карты убрали. Вот на немке есть карты, везде есть карты, а вот на английском проблема вечно с этим архидемоном. Не дают нормальных карт. Попробуем сейчас вместо огника его. Смотрим, как получится. Нормально, кстати, по времени идем. Получается, сейчас в среднем 35 секунд у нас уходит на одного архидемона. В принципе, неплохо. Скоро будем 6 бить. Когда дойдет до 30. Где-то 5, 1,5, где-то так будет, думаю. 1,684. Вот такой вот у нас дамаг. Так, хорошо. И давайте попробуем собрать хладного призрака вместо огника. Не знаю, правда, что вместо этого получится. Интересно. Так, нам надо вытащить. Я не знаю, есть у меня здесь раскол или нету. Ну, все как всегда, ребят. Раскола у нас нет. А он падает очень хреново. В общем, придется клеить два видосика. Других вариантов нет. Блин, как всегда. Вот, как всегда, какое-то западло. Flame Guard. В принципе, можно и эту сделать. Так, эквипмент. Сейчас я гляну по рунам. Можно эмблему, в принципе, сделать. Так, рунка. У нас дает на максималке 9000. 8600. В принципе, плюс-минус. Особо роли не будет играть. Давайте сделаем. Прокачаем талант. Даже десятку сделаю, чтобы было. Чтобы не заморачиваться долго. Так, сделали мы еще один раскол. И надо нам опять же поставить. Блин, только поставил обряд лечения. Надо пиромага ставить. Так, десятый раскол есть. Ставим сюда пиромага. Ну, я пока потестирую, попробую вместо огника. Но у меня что-то такие сомнения, что мы затащим. Хотя... Кто его знает? Проверим. Может, повезет. Так, сюда ставим панчбокса. Пробуем такой вариант. Вот уже кто-то 6 даже нафигачил. Вот так вот. 6100. Наверное, скорее всего, сейчас попробуем
Так, уберем огника, поставим ладного. Может супер питомцы быть, то есть тут вариантов как бы много. Мне интересно просто посмотреть на героя, сможет ли он затащить или нет. У нас уже есть смотр. Радует. Кстати, интересно насчет этого. Еще мне интересно, вот смотрите, вообще нового супер пэта. Возможно, с ним. Все может быть. Смотрим. Вот так бодренько улетает. Было у нас 20. Да, ребятушки. Он здесь реально тащит. Что-что, а вот хладный на архидемона реально топовый. Поэтому его не зря все-таки добавили. Вот так вот, ребят. Я думаю, мы сейчас тоже 6 набьем. По идее, должны. Ну, все, конечно, зависит от рандомчика. Но по первому заходику уже видно, что у нас на архидемоне все просто налегке проходится. То есть за счет его скилла, за счет его умения здесь реально набивать 6. Я думал, скоро. Вот вам и скоро. То есть, по сути, если мы убиваем за минуту, ну, плюс-минус, минуту 30, вот уже минута 28, 2 секунды мне не хватает просто до 6. Ну, просто там плюс-минус может быть удачный-неудачный заход, где-то сработало что-то не так, это нормальное явление. Ну, вот вам показатель. Да, вот мы выровнялись, 60 секунд, то есть 6 убивается, вот так вот. Ну а дальше уже рандомчик тех 100 лямов, это ни туда и ни сюда. То есть хладный призрак на сегодня один из топовых героев, потому что он дает дофигища дополнительного урона. Вот такие вот, ребятушки, дела. Но успеем перебить. 5, 4, 3. Давай. Чуть-чуть не хватило. 85. Ну, я думаю, это плюс-минус. То есть, как видите, уже набивается намного больше. За счет хладного призрака можно набивать намного больше. Здесь еще старый урон. Вот так вот. Новый этап развития архидемона. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.